Мармеладный душ и другие фантастические идеи. Ребята придумывают и воплощают на бумаге свои детские и очень творческие фантазии. А помогают им в этом представители дизайнерской студии. Этот мастер-класс проходит в местном отделении партии «Единая Россия» в рамках проекта «Локомотивы роста». Такого еще не было, занятия проходят впервые, и на самом деле сама со стороны посмотрела, очень интересно, какой подход, то есть дети у нас выступают в качестве дизайнеров-архитекторов, а непосредственно тот, кто проводит мастер-класс, выступает в качестве заказчика. И это как у нас идет такая профориентация уже детей, и в принципе, если кому-то понравится, я думаю, дальше в строительный, архитектурный университет и дети отправятся после школы. В мастер-классе принимают участие дети сотрудников детской поликлиники. Задача ребят – придумать город будущего. В частности, нарисовать необычный дом и существ, которые могут в нем жить. Чем необычнее, тем лучше. По задумке организаторов и представителей дизайн-студии, такой подход позволит ребятам развивать креативное мышление. А это качество присуще предпринимателям и политикам. Со взрослой аудиторией мы проводим, но они направлены на бизнес, на развитие бизнеса. Этот принцип называется уже дизайн мышления, когда мы, основываясь на развитии креативного мышления, достаем из инженеров, технологов те знания, которые у них есть, перерабатываем и какую-то новую ветку бизнеса запускаем. В завершении мастер-класса представители дизайнерской студии вручили ребятам сертификаты. В местном отделении «Единой России» подчеркивают, что занимательные уроки с представителями других интересных бизнес-профессий будут проводить на регулярной основе. Людмила Ермакова, Александр Девкин, Анна Белова. Новости Большого округа.